Дорогие друзья, мы будем говорить о личных или личностных границах. Но я сразу хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. На мой взгляд, современная практическая психология, если в первую очередь, конечно, рассматривать психологическую практику в странах Запада и в России тоже, и отвлечься от психологической практики в каких-то восточных странах. Так вот, практическая психология, на мой взгляд, характеризуется индивидуалистическим сдвигом. Есть оппозиция – индивидуализм, коллективизм. И в том, что происходит на уровне практики, я вижу как раз некоторый перекос или сдвиг в сторону полюса индивидуализма. Дело в том, что практическая психология, конечно, обладает своей идеологией, и эта система идей, система представлений не всегда подкрепляется научно, не всегда связана с какими-то научными теориями. И вот что мы слышим часто из уст психологов. Ты никому ничего не должен. Люби себя, отстаивай прежде всего свои интересы, развивай себя и так далее, и так далее. На самом деле здесь есть к чему придраться. Не все так просто. И тем не менее, я буду говорить о личных границах и о личном пространстве. Только я подчеркну, что лучше употреблять термин «личностные границы», поскольку речь-то пойдет именно о границах личности. Что это такое, я объясню как раз позже. А пока какие-то примеры нарушения этого самого личностного пространства или личностных границ. Вот представьте себе, что гиперопекающая, тревожная мама требует, чтобы дверь в комнату ее сына-подростка всегда была открыта. Не просто там нет какой-то задвижки, да, а чтобы она вообще была открыта настежь. Чтобы маме всегда было видно, что делает ее сын. И он, естественно, находится всегда под наблюдением, даже когда ее не видит, он ощущает на себе какой-то ее взгляд. Вот это вот отсылка к идее дисциплинарной власти Мишеля Фуко, на самом деле. Другой пример. Доступ к вещам. Дочка, а дочке лет примерно так 25, и у нее есть какие-то личные вещи, которые лежат где-то в ящиках, интимные вещи. И вот мама почему-то заходит в комнату и убирается там, и открывает, закрывает эти ящики, что-то там перекладывает и так далее, и так далее. То есть здесь нарушается что-то интимное. И я люблю приводить этот пример, даже как-то так полушутливо предложил этой девушке подложить туда противозачаточные средства для того, чтобы мама хотя бы немножко пришла в себя. Или, к примеру, родитель находит дневник своего взрослого ребенка. Тут и даже в отношении детей есть какие-то сомнения, можно читать, нельзя читать, да, и что будет, если ребенок узнает, что родитель прочитает его дневник, да, это очень сложные вещи. А если уже мы говорим о человеке взрослом, то есть это даже не подросток, опять-таки лет 25-30, девушке, например, да, и вот мама читает ее дневник, читает ее какую-то тетрадь, или мама решила выбросить какую-то, например, сумку, ну или какой-то предмет одежды, принадлежащий этой девушке, этой дочери,
просто потому, что сочла, что это ей не подходит. Здесь, я повторю, пока, очевидно, нарушается граница, за которой должно быть скрыто что-то интимное. То, что человек сам никому не собирается показывать, и то, в чем человек сам не собирается ни перед кем отчитываться. Дневник можно прочитать, если к тебе человек сам придет и скажет: «Прочитай, пожалуйста». И то тут могут быть вопросы, даже в этом случае. Еще пример. Это замечательный пример. Приводят родители на консультацию своего ребенка к психологу. И, в общем-то, запрос заключается в следующем. Надо его как-то образумить, поскольку он сделал неправильный выбор. А ребенку этому уже за 30 лет. А неправильный выбор его заключается в том, что он встречается с девушкой, которая откуда-то там приехала. Она с их точки зрения лимитчица и с их точки зрения собирается облапошить их несчастного сына, отобрать у него все, что только можно, и тем самым, ну, попользоваться какими-то финансами и так далее, тем, что принадлежит семье. Ну и в частности, жалуются на то, что когда девушка была у них в гостях, она как-то не так себя вела, она то ли не пришла к завтраку, то ли она не стала участвовать в какой-то семейной игре, они играют в какую-то настольную игру, или что-то еще в этом роде. И вот претензии и обиды, что она себя как-то сразу противопоставила, что она их не уважает и не уважает распорядок, который в этой семье уже заведен. И когда психолог говорит, что, может быть, эта девушка просто стеснялась, или ей было неловко, или, может быть, она почувствовала, что слишком строго к ней относятся, или как-то даже слишком строго ее оценивают, и поэтому решила где-то там по стеночке пройти, то в ответ, естественно, эти родители уже начинают высказывать претензии и в адрес самого психолога. Ну, так что, в конце концов, пришлось напрямую спросить у отца: вы, может быть, и в постель с ней вместо вашего сына ляжете? А дело в том, что там фактически все к этому и шло. То есть, наш сын не имеет права выбора. Он, оказывается, не может выбирать себе избранницу. И когда ты им говоришь, вообще-то это его личный выбор, то это вызывает недоумение и бурю негативных эмоций. Другой пример тоже такого грубого нарушения личных границ. Опять-таки, приводят родители своего сына, который, как оказалось, гей. Вот у него такая сексуальная ориентация. И что они делают? Ну, помимо того, что требования к психологу его излечить, исправить всеми средствами и так далее, что практически, естественно, невозможно. Если человек уже таковым сформировался, то уже это невозможно сделать. И не нужно делать. Но помимо этого, они ведь написали письмо в институт, где он учился, их родной ребенок, с требованием провести какое-то открытое собрание
и прилюдно при всех студентах его отчитать за то, что он придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, я тут даже комментировать это не буду. Теперь в завершение я как раз все-таки и скажу, что же такое эти самые личностные границы. Слово «личные» я не люблю, потому что это как раз отсылка к тому самому индивидуалистическому сдвигу, о котором я вначале говорил. Речь идет именно о личности. А личность обладает свободой выбора, ответственностью, свободой принятия решений, свободой формирования собственных интересов и ценностей. И если ее интересы и ценности объективно не ущемляют близких людей, то и не может быть к ней каких-то претензий. А претензии обычно тут-то и возникают. Очень часто родителей, ну, в данном случае мы говорим о родителях, хотя не только здесь речь об отношениях между родителями и детьми. Это могут быть и отношения между партнерами, к примеру. Но очень часто родителей или партнеров как-то вот напрягает то, что человек придерживается какого-то другого мнения, не такого, как ты. Или что человек сделал какой-то выбор, который якобы тебя ущемляет. Чем ущемляет? Это большой вопрос. Потому что если покопаться, то выясняется, что не ущемляет ничем. То есть это именно как раз ущемление просто самим фактом существования личностной границы. Ущемление здесь люди чувствуют именно в том, что человек, ну, например, их ребенок или их партнер, не такой, как они, что у него есть какое-то свое пространство. Пространство не обязательно физическое, пространство внутри и границы этого пространства. Что значит «внутри»? Это ценности, интересы, это какие-то дела. А как часто приходится наблюдать, что родители, например, говорят ребенку, почему, с какой стати ты занимаешься вот именно этим? Это тебе не нужно. Тебе нужно что-то другое. Почему ты выбрал именно этого, например, молодого человека или девушку, а не кого-то другого? Или почему ты поступаешь в этот институт, а не в какой-то другой? Или почему тебе не нравится то, что нравится нам? Или что, как мы думаем, должно нравиться тебе? Вот видите здесь, на каком уровне возникает ущемленность? У родителей или у людей, которые предъявляют такие требования и претензии. Не на уровне каких-то, ну скажем так, объективных ситуаций, а исключительно на субъективном уровне. Меня ущемили в том, что якобы не считаясь с моими интересами, поступили по-своему, объективно при этом меня никак не ущемив. Вот в чем дело. Повторю, личностные границы – это границы выбора, ответственности, интересов, ценностей.